Как правильно выбрать девушку для серьезных отношений? Я со своей познакомился с девушкой, я ходил в общагу в рваных трико. Я очень горд, мы живем вместе 28 лет с моей девушкой. И живем до сих пор, трое детей, она, кстати, выглядит еще как девушка. Вот. И мне очень важно, что она мне рассмотрела не там Олега Тинькова, не богатого, а вот как будто приняла таким, каким я был. Это очень важно.